Соревнования открыл парад спортсменов. Побороться за приз главы городского округа Варехово-Зуево приехали представители из разных уголков нашей необъятной страны. На соревнования прибыли сильнейшие борцы, поэтому я уверен, что выступления будут интересными, борьба по-настоящему серьезная и победят, конечно же, сильнейшие. Много напутственных слов прозвучало в адрес спортсменов. Украшением праздника стало выступление танцевального коллектива «Шарм». После парада у спортсменов было 20 минут до начала турнира. Кто-то потратил это время на отдых, а кто-то начал активно готовиться к поединку. Зрителей ожидал захватывающий бой. Евгения Конева, воспитанница заслуженного тренера России Николая Петровича Карпенко, занимается вольной борьбой с 9 лет. Дважды становилась призером России. Для нее вольная борьба не просто спорт, это часть ее жизни. Конечно, девочки равные все были, но просто чуть-чуть сильнее. Вот. И опытнее немножко. Все. То есть, а так все тоже, конечно, девочки молодцы. Турнир – это трамплин в большой спорт. Он дает участникам возможность реально оценить свои силы, выявляет сильнейших. Я присматриваю, я смотрю, есть хорошие, есть наши именно свои, очень хорошие. Сейчас с Крыма, Севастополя переезжают к нам учиться две девочки сейчас. Сейчас мы все вопросы решаем и с главой города, с институтом, пединститутом нашим. У нас будет тренироваться, будет жить, выступать за Московскую область и за сборную команду России. Мне очень хорошая, способная девочка, которая на Украине была два раза, третья как раз. И сейчас с удовольствием передаю в спортивную школу города Орехово-Зуево. Шеремет Анастасия Александровна, кандидат мастера спорта весовой категории 59. Без соревнований невозможна спортивная подготовка. Здесь оттачивается то, что спортсмены изучали в ходе тренировочного процесса. Здесь на сегодняшний день очень хорошая школа, где воспитываются не только подрастающие спортсмены, а также выдающие спортсмены и заслуженные мастера спорта, которые выходят отсюда. На сегодняшний день ряд спортсменок из Орехово-Зуево входит в состав сборной команды страны и принимает участие в крупнейших международных соревнованиях. Воспитанники отделения вольной борьбы детской и юношеской спортивной школы «Спартак Орехово» показали на турнире достойные результаты.